Депутаты Ивановской городской думы приняли ряд решений, которые касаются передачи муниципального имущества в ведение области. Так, на уровне региона перешли не только полномочия по водоснабжению и водоотведению, но и 75% акций водоканала. Как заверил председатель городской думы Александр Кузьмичев, так удастся сконцентрировать усилия региона и города для привлечения дополнительных средств для модернизации системы водоснабжения и водоотведения. Также теперь в собственность региона безвозмездно переданы акции двух гостиниц «Иваново» и «Вознесенская». Но если с передачей гостиниц были согласны не все депутаты, то дворец игровых видов спорта передали в собственность региона с радостью. После того, как он откроется, содержание объекта, по предварительным оценкам, обойдется в 100 миллионов рублей ежегодно. И эта сумма для бюджета города очень серьезная. В данном случае нам бы только хотелось выразить славу благодарности правительству региона. Почему? Потому что действительно объект очень мощный. Вы знаете, 2500 посадочных мест в этом современном здании. Вы знаете, что благодаря нашим депутатам государственному Юрию Валентиновичу Смирнову, губернатору Ивановской области, удалось получить колоссальное финансирование на стройку этого объекта. И в 2020 году данный объект будет введен в эксплуатацию. С учетом того, что есть соответствующее письмо из Министерства спорта, в котором говорится о том, что целесообразнее достройку этого объекта производить, находящегося на региональном уровне,